сорт острого перца Seven Pot Primaranch. Вот такие вот перчики. Это высокоурожайный сорт. Здесь очень много плодов. Сейчас вам покажу. Вот смотрите, сколько их там. Неимоверное количество. Очень много. Куст такой объемный. Тут еще веточка. Вот. Они имеют такую форму скорпиона. Наверное, сказать не скорпиона, а как у Каролины Риппер. Вот такой вот хвостик острый. Вот их здесь очень с одного куста. Я здесь насчитал 94 штуки. Это еще сока немножко подпортило. Ну, в общем, больше сотни. Это очень высокоурожайный сорт. Высота куста в теплице может достигать 1 метра в высоту и 60 сантиметров в ширину. Это очень большой куст. Вот такие вот красавцы. Вот такие вот. Острота такого перчика от 800 тысяч до 1 миллиона скобелей. Очень острый. Вот такие вот пупырчатые у него оранжевого цвета плоды. Вот с такими хвостиками. Срок созревания такого перца от 120 дней. Вот кустики еще. Смотрите, это небольшой кустик. А вы посмотрите, сколько на нем плодов. Вот такими вот хвостами, остроносами. Это сверхурожайный сорт. Вкус у него насыщенно фруктовый. Очень хороший сорт. Очень высокоурожайный. Так что советую выращивать такие кустики у себя дома на подоконнике. Вот он, видите, он небольшой. Он от земли, я не знаю, сантиметров, наверное, может, 30. Это тоже, он, правда, подрезанный. Так он был выше. Это тоже где-то сантиметров, наверное, сантиметров 40 в высоту. Такие вот красавцы. Вот он был весь полностью подрезанный. Вот обрезано все. Вот, видите, так он в высоту был сантиметров 80. Около метра. Здесь вот тоже подрезано. В общем, он весь полностью подрезан. Все цветоносы были удалены. Потому что уже середина сентября, просто-напросто эти плоды все не успеют вызреть. Это вот только начали первые плоды созревать. Такого вот оранжевого цвета. Все морщинистые красавцы. Плоды могут иметь форму как скорпион. С таким вот жалом, либо немножко вытянутый. Вот видите, вот скорпион, но он потихонечку начинает вытягиваться и может быть вот таким вот. Это все говорит о наличии питательных веществ. Чем больше питательных веществ, тем форма плода будет меняться, она будет вытягиваться. За счет того, что будет большой прилив питательных веществ, очень много сока, и форма плода будет меняться. Все плоды, которые вверху, они имеют вот такую вот форму. Все, которые внизу, вот такую более вытянутую. Потому что с нижней части больше всего поступает питательных веществ. И форма плода, соответственно, меняется. Вверх поступает уже меньше питательных веществ. И форма плода сохраняется вот такая в виде скорпиона.